Так, ну смотрим, значит, сегодня у нас, так сказать, продолжение четвертой части про права властей Казани в чистке улиц. И просто мы наблюдаем вот сейчас, как обстоят дела, мост, авторынок, через авторынок, ФМС, авторынок, вот этот отрезок. Пешеходная зона просто в ужасном состоянии. То есть глубина, ну, может, 20-30 сантиметров даже доходит местами до 30. При том, что автомобильная дорога чищенная, как обычно сверкает, пешеходная, как видим. Скорость передвижения порядка 3 км в час. Как пожилым людям здесь ходить, непонятно. Да и вполне здоровым очень трудно переставлять ноги. Идти приходится нога за ногой. По ленточке, иначе тебя засасывает. И просто глубина уже снега доходит уже до неприличного уровня, ноги тонут. Это перечень мер, которые принимают.